56-летняя Лолита Милявская откровенно рассказала об ошибке молодости. Певица совершила безрассудный поступок на съемках клипа. Лолита стала героиней шоу Максима Галкина сегодня вечером. В связи с ограничениями из-за пандемии за одним столом с артисткой находились лишь ее близкие подруги Ольга Бузова, Елена Воробей, Регина Мяник и Манижа Аминова. Милявская рассказала, почему она лишь один раз стала матерью. 21 год назад певица родила дочь Еву. Девочка появилась не свет слабенькой, раньше срока. Поп-звезда призналась, что ее большие проблемы со здоровьем начались со съемок клипа «Баден-Баден» на одноименную песню Александра Цикало. Юрий Грымов захотел снимать видео под водой. Однако, когда режиссер узнал, что температура воды в аквариуме с гигантскими осетрами не должна превышать 12 градусов, он решил отказаться от таких опасных съемок. Однако Лолита показала себя азартной артисткой, она захотела преодолеть трудности. «Это был павильон на ВДНХ, зимой, -26, люди ходили в шапках», — пояснила Милявская. В витрине, в которой плавали осетры, вода была даже не -12, а меньше, просто осетры эти выставочные не живут при другой температуре. Клип снимался всего за 3 дубля, потому что платье на певице нужно было каждый раз сушить. На Лолите также был каркас и парик, который весил 10 килограммов. Произошла страшная вещь при погружении. А надо было сниматься под водой, просто уйти под воду. Я опустилась на дно и уткнулась в стекло. А парик намок, и я не смогла всплыть. И когда я всплыла, все поняли, что это катастрофа, я реально задыхаюсь. Парик просто согнулся, потому я всплывала попой, он меня тянул к низу, и я натерпелась столько страха, после этого я попала на операционный стол. С внематочной беременностью. С этого начались мои большие классные женские приключения, отметила певица. Рассказ Милявской привел в шок Бузову. «Ты там себе все застудила», — воскликнула она. Исполнительница хита на «Титанике» заявила, что сожалеет о своем безрассудстве. «Вот этот подвиг стоил мне возможности деторождения. Я бы сейчас не делала таких экспериментов», — сказала она. Лолита добавила, что съемки закончились трагически для селезни, который проплывал в кадре. От переохлаждения птица умерла. «Господи! Девочки, берегите себя!» Призвал артисток Максим Галкин. После расставания с пятым мужем, Дмитрием Ивановым, певица заметно похудела. На гастролях в Германии она в купальнике восхитила мужчин. Перед введением режима самоизоляции Милявская успела совершить большой тур по городам России. Артистка заявила, что перецеловала всех зрителей. Накануне Лолита обрезала волосы на глазах у фанатов.